Добро пожаловать на канал HardRedSet Info. Перед нами находится устройство Redmi Note 12 Pro Plus. И сейчас я покажу вам, как добавить Google аккаунт на данное устройство и как его можно удалить. Итак, для этого мы открываем приложение «Настройки», после чего мы проходим в раздел «Аккаунты и синхронизация». Нажимаем «Добавить аккаунт», выбираем Google. Далее вводим телефон или адрес электронной почты. Нажимаем «Далее» и вводим пароль. И нажимаем «Далее». Нажимаем «Далее». Принимаем условия использования и политику конфиденциальности. Здесь мы также нажимаем «Принять». И таким образом мы добавили Google аккаунт. Вот он здесь у нас находится. А чтобы его удалить, мы нажимаем на него, нажимаем «Еще» внизу и нажимаем «Удалить аккаунт». Нажимаем «Удалить аккаунт». Нажимаем «Ок», подтверждаем действие либо отпечатком пальца, либо паролем. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.